И вот мы в финале уже третьей сетки, где встречается игрок команды Кетс, мой соклановец, мой друг Артур, он же Артмейстер, он же Кнайт, он же Дно, против игрока Ранелли. И давайте, я не знаю, глянем, кто это по статистике, потому что я, честно говоря, вообще не в курсе. Мне абсолютно неизвестна там как раз таки пауза. 36 ММР, статистика такая боевая, 7 киллов, 8 смертей, 9 ассистов. Такой он прям любит драться. Вот вопрос у него возник. Давайте послушаем парня, что же он хочет нам сказать. Какая странная стата у парня. Он хочет пойти играть один на один, но с Мерикс Баунти. Это, кто не знает, этот мешочек, который дает тебе как бы золотишко, если ты крипа не можешь добить. Окей. Окей. Возможно, мы чего-то не знаем. Стрим упал. Нет, не падал. Все нормально у меня. Все нормально, ребят. Не пугайте меня. Нет, никакого Мерикс Баунти мы не увидим, но это вопрос. Вопрос. Вопрос интересный. Так, что у нас тут по скилл-билду? Точнее, по скиллам еще ничего не вкачали. По итам билду он тут какой-то прям совсем такой стандартный, прям с манкой. Ну как стандартный, в смысле, если ты 5 на 5 играешь, я бы, наверное, может, такой же мог взять. Может, вместо тут просто веточку, а у Артура такой более на статы, меньше хилок, красный опять-таки нет. Что я повторюсь, что я типа за такой итем билд, красный можно и принести попозже. Сейчас благо курица у всех своя. Тем более один на один там она. Забейте. До крипов 10 секунд, так. Посмотрим, что пока ничего не скачали у нас, ребята. На рифтах мне матча, в принципе, нравится. Первый вкачал у нас Ранелли. Какие-то прям итальянцы, да, все играют у нас в хон. Мазолини или кто он там был? Мизолини, Ранелли. Какие-то итальяшки понаехали. И русский Кнайт у нас, русский рыцарь. Точнее, он не русский, ну да ладно. Хорошо проблочил у нас Ранелли крипов, хоть и за хилборд как-то у него умудрилось, но у Кнайта это вышло лучше, он опять-таки пропустил оранжевого крипа и смог задинаить первого крипчика, но это за ним. Давайте включим крипстат. Так, ну вот Ранелли уже мою любимую тактику, не получается крипов, бей по щам. Артур использует улучшенную тактику, извиняюсь, и добивать и по щам. У него прям удается и динаить, и добивать. Я тянул лайн себе на хг, сейчас как бы тут и мисс может быть неприятный. Да, пока у Ранелли ситуация начало, как бы можно сказать, немножко он проигрывает, но мы видели уже, как решают крипы. Практически никак. Так, подлагало у меня хон. За один стрим, там у меня хон так подлагивает за жесткого. 6 на 2 против 2 на 0. Кнайт у нас впереди. Сейчас и по позиции он достаточно хорошо. Его уже третья пачка Ранелли встречается на ХГ Артура. Ему гораздо проще и динаить, и своих, и чужих добивать крипов. Ранелли здесь пока не особо выходит. Он 3 крипа умудрился как-то накилять. Тут Артур харасит третьим столом, который взял на 2. Что правильно, там начальный демош уже соточка. Ну, сотка не так плохо. Плюс по хребту накидывает. Пытается потянуть под тавер, но крипов подтягивает, может немножко отпушит, но себе будет немножко труднее контролить крипов. Артур оттянул пачку назад, грамотно. Как-то Ранелли, я не знаю, это может быть не его стезя, это рифта просто. Ну как-то до финала парень дошел, значит достойно играет. До финала я имею в виду сетки, не, конечно же, не турнира. Своей сетки. Так, 12 на 4, про 4 на 1, ну пока да, тут в одни... По крипам вообще реально очень печально все в Ранелли, но может он вкачал на 2 первую, как мы видели в каком-то
тоже матч, я уже не помню в каком, кстати, вот, первым кинул на Харас, так, отнял, вот, немножко хп подвыбил, кстати, Артур съел всего лишь одну древожорку, принес себе сапог ранний, что, как бы, обычно люди покупают всякие там амулетики, там, статы, тут у нас сразу сапог. Ну, сапог нормально, в принципе, как бы харасить можно, там, хита на рану, типа, ударил, отбежал, правда, тебе тоже будет всегда отвечать. Тем же сам подтягивает у нас Артур. Я даже не понял, что это такое было изначально. Откидывает у нас Ранели не туда немножко первый скилл. Миссует им. Даже крипа ему ничего не получилось. Подошел он на рейндж, ему сбили ману. Накидал ему 2000 Акнайт. Ранели уже и манку потратил, и красную выпивает. 500 голды у него есть. Что это будет? Микро работает, о чем вы? У меня ползунок и лозит. Уже соточка. Все есть, все есть. Забаньте себя. Забаньте этого админа, я там. Видели? Писал мне человек. Напугал меня, что я микрофон не врубил. И звука нет. Я зашел, все есть. По крипам 25 на 5 прям. В геометрической прогрессии растут крипы у Артура. Его преимущество над парнем. Тут 8 на 3. Ранели как-то не идет. Может, он просел на вальках. Правда, реально как-то не вяжется пока у него игра. Но опять-таки повторюсь, что крипы, возможно, не самое главное в этой игре и в этой жизни. У Артура фулл мана, фулл хп, и по итемам все круче, а Ранели как-то себе пока ничего не несет, он все эти амулетики пытается приносить, а манки-то нет. Сейчас вот получит рифта 6, она тебя просто, по идее, убьет. Сейчас Артур можно поднакидать еще в гриву ему и сразу вступить. Все играют без второй, видимо, все-таки я не прав, что ее можно взять. Видимо, да, я не прав, раз все берут. Ну я и не знаток один на один. Ой, кастует первую, даю свою ульту, ну это килл, да. Тут уже Ранели, ты без сапога, ты никуда не уйдешь. Артур хорошо подловил. Ну как подловил? Просто дал свои косты. Улыбается Ранели, у нас как бы не печалится. Говорит, силен гад. Нельзя не согласиться, тут реально он переиграл парня. Давайте, ребята, ремейк прожмем и пойдем в следующую игру. Поздравляем Артура, он выиграл первую игру, получает одно заслуженное очко. И сейчас они создадут на валькириях, так что оставайтесь. Сейчас начнем.
Let's get it on. Вторая игра этой пары. Это финал третьей сетки. По-моему, третий, да. Здесь ничего не путаю. Встречаются у нас Ранелли против Кнайта. Он же Артмейстер. Играют сейчас на Валькириях. Артмейстер у нас ведет 1-0 по предыдущей встрече. Если сейчас он выиграет, то он выигрывает в своей сетке и проходит завтрашний день. Ранелли, увы и ах, нет. Стандартный билд опять на Ранелли. У Артура опять-таки заезженный уже понятен. Можно уже, мне кажется, не проходиться по ним. У Ранелли возникли некоторые вопросы по Артуру. Как он так сделал? Ультанул и первую дал. Он думал, что во время ульты можно первую касть, но Артур ему все объяснил, и мне кажется, это ошибка для Артура. Он сейчас объяснит парню, как надо играть, и тот его пошлет домой. Что ж, давайте опять, не знаю, что-нибудь интересное посмотрим на этой карте зимней. Пока у нас скрипы идут. Что еще поменяли? Вот смотрите, у нас какие-то веночки около черепов со свечками. Ничего вроде больше интересного прям так не замечаю. Хоть бы елку нарядили, да, какую-нибудь. Новый год же. Парень огонь, говорит мне Артур. Да, согласен. Веселый парниша, он такой. Явно удивлен, как так все происходит. Так, сейчас проверю, опять-таки звук все есть, все ползает. Дропов нет, нет. Путаете меня вечно, пугаете. Артур хорошо проблочил крипов даже за хлубор, но Ранелли что-то опять забил на это дело, и опять под ХГ встречается артмейстера. И ну вот сейчас, ну вот этого второго крипа он смог добить. Какое-то интересное альтаватару у артмейстера. Не видел такого, это какая-нибудь там парагон, наверное, или ультимейт, не знаю. Не знаток в альтаватарах. А вот у Ранелли, моя любимая валька, у нее прям такая точка очень удобная. Такая прям замахивается, сразу пьет. Извиняюсь. Вкачал стрелу также Артуру и первую, пока без липов, как у нас спид, он качался очень агрессивно через стрелу и лип. За что, наверное, и был наказан, хотя там ему, честно говоря, не повезло. Ой, стрелу закидывает неплохой Артур, как-то ему успел он попасть ему в спину, тут неплохо крипы накидывают Ранелли, и пол хп он теряет, это сразу минус красный, но по крипте не так же Артур отхватил от вышки. Тоже они ему там соточку хп сняли. Красную пропивает Ранелли, тут Артура как-то крипы не очень поколадится под чужой вышкой, хотя вроде что-то добил, даже и чужой своего смог. Ноль против 8-4, опять какой-то разгром по крипам идет. Артур себе покупает не тот свиток на амулет, наверное, он его продал, не видел, вернулся никогда, вот теперь купил тут нужный. Может, забыл, что валька на ловкости, а не на инту. Бывает, бывает. Пытается Ранелли какой-то отпор дать, вот уже и своего смог задинаить, сейчас чужого нет. Не смог он сначала задинать, Артур как-то быстрее ударил. Читер. Ну, что-то пытается Ранелли сделать. Видно, каждого крипа пытается тыркнуть, но вот по таймингу не совпадает. И перекрипал его артмейстер. Принес себе уже и сапог опять. И кольцо криков души. А Ранелли как-то ничем похвастаться не может, кроме того, что с него уже красную выбили. И подходит специально ловить тычки от Артура. Все куплено, я считаю. Опять ГГ. Уже сдается, пацан. Не стоит отчаиваться. Можно выиграть. Задавит вдруг под вышку. Вот. Стрела какая-то такая. Вдруг еще пойдет меня харасить. Но он пойдет. Только попозже. Вот, заденайл отлично. 3-2 по крипам. Супер. Вот сейчас и своего еще. И Артуру. И Артура два раза вздыхнул. И вот Артур бы сейчас стрелу накинул, может убил бы даже. Артур опять по хребту ловит от вышки. Ранелли тут бы сейчас вот деревяшку бы съесть, хп-шек-то мало. Да, съедает, грамотно действует.
И чужого добивает. Сейчас своего, смотрите, добьет. Нет, не получилось немножко. Буквально там одно хп, наверное, осталось. Unlock, unlock. Почему-то видели, сделали кири. Артур тут агрессирует, заходит на чужой хг. Ранели просто это игнорит. Хотя ответил своим колом, стрелу такую пытался кинуть, как-то поймать его на чужой на агрессии, но... Артур... Трус, трус, трус. Поднялся, дал кол и убегать начал. Трус. Что за человек. Ранели оказался сейчас без хп, без маны, ему бы что-нибудь принести. Отпиться, отъесться. Что-то он все краски несет. У Артура мы видим второй раз Бен, по-моему, он все купил. Но пока курица не летит. Так что, да, хилки прилетели для Ранели. Так, Артур накидывает хорошую стрелу, попала. Это кол и это хил, да. Ранели даже, по-моему, не заметил, что это была стрела именно со скилла, а не стычки. Ну, поздравляем Артура. Ну, парень реально просто устал. Понимаете, он сидит здесь, как я, пятый час. Устал, все силы выдохлись, а артмейстер прошелся по легкой сетке и тут на на очень опытного парня попался, который уже устал. Поздравляем Артура, на лаки затащил. Во второй день проходит, меня уже инвайт в следующую игру, так что это все будет очень быстро. Я не знаю, туда ли я захожу, сейчас спрошу. Ну, оставайтесь с нами, продолжим. Еще не все.